Всем подписчикам привет. У меня возникла проблема, как в канцелярском ноже или в любом другом строительном поменять лезвие. Напомнишь, пришел интернет. Оказывается, все очень просто. Сзади выдвигается задник. Вытаскивается старое лезвие из набора, достается новое лезвие и в обратном порядке все это точно так же собирается. Также это лезвие в случае поломки можно вот по этим рискам отламывать тот, который сломан. Здесь много рисок. Спасибо всем за внимание.